Праздничные мероприятия в Гродно начались с шествия и митинга у Кургана Славы. Многотысячная колонна с участием ветеранов, руководителей города и области, представителей предприятий и молодежи проследовала по проспекту Космонавтов. После венки и живые цветы легли к вечному огню. Торжественным маршем прошли войска Гродненского гарнизона. Мы увидели здесь молодежь разных поколений, от школьников до студентов, до курсантов. Это все наши наследники. Мне хочется сказать, радуйтесь, живите. И никогда не забывайте, какой ценой завоеван этот мир, который мы празднуем уже 72 года. Всех хотелось бы поздравить с этим великим праздником, сказать, что мы помним и благодарны, скажем так, нашим дедам за то, что они сделали для нас, за то, что мы живем в спокойной стране, голубое небо, дети вот подрастают. Без них бы этого всего не было. Спасибо. Продолжились праздничные мероприятия на различных площадках города. Жители и гости увидели выступление войск Западного оборонительного командования, концерт оркестра МЧС и выступление творческих коллективов. Вечером запланировано массовое исполнение легендарной «Катюши».